Всем привет! Вы на канале Строй Гаранта Анапа. Рада вас приветствовать. Мы сегодня находимся возле храма. Я со своей дочкой. И мы на юге. Многие семьи переезжают сюда, развивают. С одной из семей мы познакомимся, узнаем, как они живут, а чем здесь вообще в целом занимаются. Дочь, всем привет, всем с наступающим Рождеством. Дети, это то, что мы ценим, то, что мы любим, ради чего мы все живем. Здорово переехать на юга, к морю, тут хороший климат. Всей семьей, да. Ну и к тому же, тут еще и дешевле, чем Московская область. И экология лучше, и детям нравится, и нам нравится вот на море летом. Где новостройки, там куча детских площадок вокруг. Есть, опять же, соседние даже ЖК, и там тоже всюду очень много новых детских площадок. Детям в этом плане нравится просто вечером немножко, ненадолго погулять, когда погода хорошая, ну, то есть летом, прежде всего, на море, каждые выходные, иногда и в будни можно выбраться ненадолго. Детям нравится очень на море, любят, приходится вытаскивать иногда. Наши жилые комплексы расположены еще недалеко от города Темрюка, а именно Встречный и Азовский. Здесь тоже есть в этом городе, где погулять, провести время со своими детьми, со своей семьей. Сейчас мы находимся в парке, он, наверное, самый семейный, много семей здесь гуляет, потому что рождественские праздники, каникулы надо проводить именно так. Вон мама с ребеночком сладкую едят. Рождество, есть ли его где встретить, прогуляться, вот именно в Темрюке? Ну, мы гуляем в парке в основном, а будем вечером встречать с семьей. Потому что мы православная семья, мы уходим в церковь, дети у нас освященные, ну, как крещенные. Поэтому мы носим кутью к мамьям, как бы в семье празднуем. Все традиции? Да, да, все традиции мы соблюдаем. Насколько этот праздник важен вот, в формате семейных ценностей, традиций, и насколько он важен для вас, для вашей такой прекрасной семьи? Мы все вместе, у нас выходной день, и, соответственно, в кругу семьи это провести время прекрасно. Так что это важно. Наслаждаемся прекрасной погодой, прекрасно проводим время, пока нам позволяют выходные, теплые денечки. Так что, в общем, всем советуем. О том, что Анапа развивается, есть места, где можно проводить их со своей семьей. Вот, например, не так давно построили вот этот замечательный храм. Он начал полноценно функционировать. Это храм Святого Владимира. И здесь семьи проводят достаточно много времени. То есть ходят на службы. Ну и Рождество. Рождество, конечно же, здесь будет массово заполнено людьми. Здесь будет шествие. Так что... Говорить об Анапе можно много, лучше просто приезжать, смотреть. И знаете, то, что у нас есть где жить, мы строим коттеджные дома, так что подключайтесь к нам. Да, думаю, сходить вот именно в рождественский день в храм очень здорово. Будут после службы наверняка много песен петь, колядок. Вот рождественских детям это нравится, веселые такие песни праздничные. Ну, как бы создает эту атмосферу Рождества. Ну и украшен храм хорошо. Все в этот день особенно интересно посмотреть, красиво очень. Всем хорошего Рождества, да, радостного, чтобы было много радости в жизни, света, вот такого вот солнца, такой отличной погоды, как в Анапе все время. Насколько важно иметь свой дом и стоит ли к этому стремиться? Ну, опять же, мнение. Ну, важно иметь свой дом ради детей, во-первых. Именно частный дом имеете в виду, или чтобы можно было детям погулять? Вот как вы думаете, где все-таки лучше жить и праздновать, дом или квартира? Ну, конечно, дом.
Ну, мы, конечно, в квартире живем, получается, сейчас более доступная, наверное, в наше время. Квартира, да. Ну, а в дальнейшем, конечно, мы хотим дом. А касаемо доступности, просто вот на примере нашей компании, я вам так могу сказать, зайдите на сайт «Стройгарант Анапа» и сравните цены. То есть мы всегда говорим, что у нас дома с землей по цене квартиры. А по ипотеке получается? А мы работаем со всеми с видами. Ипотеками. С ипотеками, с капиталами, все эти работы есть. Так что не хорошо, зря мы к вам подошли. Спасибо, да, будем знать. С наступающим праздником. Семейного счастья, любви, благополучия, здоровья всем. И семейных ценностей придерживаться побольше, чтобы в кругу семьи быть вместе и, соответственно, ну, держаться сплоченности, не ругаться. И если поругались, то мириться, конечно же. Так что, ну и любви всем обязательно. Пусть у кого есть дети, подрастают и не болеют в новом году. Семья, ценность – это то, что сближает многих людей, это то, что в руках каждого из нас. Дорогие друзья, желаем вам хорошего Рождества, пускай ваши мечты сбываются. Верьте во все хорошее, оно обязательно сбудется. С искренними пожеланиями, компания «Стройгарант Анапа». Больше информации о наших домах, о наших коттеджных поселках на нашем сайте. Больше информации на YouTube-канале. Подписывайтесь, звоните, пишите. До новых встреч. Пока.